Воспитанники социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних «Радуга» привыкли к гостям. В праздничные дни, да и в простые будни к мальчишкам и девчонкам приходят добрые волшебники, занимающиеся благотворительностью. В центре таких неравнодушных горожан ребята называют друзьями. Сегодня, ребятишки, мы должны с вами поблагодарить тех гостей, тех наших друзей, которые у нас сегодня присутствуют. Многие не смогли прийти, приезжали раньше, сегодня, в предыдущие дни, привозили нам подарки для того, чтобы вы с удовольствием, те, кто ходит в школу, ходили в школу, те, кто еще пока не ходит в школу, здесь у нас в центре, занимались, изготавливали разные поделки. Друзей на этот раз пришла целая добровольная гвардия. По традиции, ребята для благотворителей подготовили большой праздничный концерт, где пели песни, рассказывали стихи и участвовали в игровых интеллектуальных конкурсах на школьную тематику, тем самым показав, насколько хорошо они подготовились к новому учебному году. Всего на сегодняшний день в центре воспитывается около 40 ребят, больше половины из них школьники, ряды которых в этом году пополнили почти 10 маленьких ленинск-кузнечан. Они еще не совсем хорошо знают, что их ждет в стране знаний, но вот что для нее потребуется, знают точно. Тетради, ручки, карандаши, альбомы, краски и кисти – все необходимое школьники получили в подарок от добрых волшебников. Вы умнички, вы молодчинки, вы сегодня подтвердили то, что вы настоящие кто-то будущие школьники и действующие школьники. Я хочу присоединиться ко всем пожеланиям, которые сегодня прозвучали. Пожелать вам, конечно же, здоровья, счастья вам огромное. Потому что дорога на пути знания, она терниста. Но я, посмотрев опять в очередной раз на ваши старания, на ваши умения, я уверена, вы будете вот такими учениками. Мне хочется пожелать, чтобы с вами рядом всегда в ногу шагали ваши верные друзья. Удача всегда вам сопутствовала. А самое главное, не забывайте тех людей, которые искренне вас любят. Вы стали для них родными, и вы всегда такими будете оставаться. Мы верим в вас. Счастливые и воодушевленные воспитанники центра пообещали гостям и педагогам учиться хорошо и оправдать все их надежды.